Добрый день, дорогие друзья канала «Стих и я». Сегодня 3 сентября, сейчас уже 15:30. Погода в очередной раз, как и положено осенью, изменилась. С утра был ужасный ветер. К сожалению, даже не могу выложить ролики, снятые вечером и утром, что-то с интернетом. Вроде он есть, но на выдачу ничего не идет. Но сейчас уже все хорошо. У нас даже с дочерью был такой вариант, что мы хотели уезжать. Хотя у нас запланирован уезд на завтра. Потому что был ужасный ветер с утра и всю ночь. Температура утром была плюс 12. С ледяным ветром находиться на берегу было невозможно. Сейчас все тепло, нормально. И можно было бы даже покупаться. Честно говоря, я пришел, думал, что если ситуация с вот этим вот холодцом медузным изменилась, у меня было настроение покупаться. Потому что температура комфортная, ветер тоже легкий, очень легкий. Но преодолевать 1,5, а то и 2 метра этого медузного холодца большого желания нет. Поэтому наслаждаемся отдыхом, тем, что наблюдаем это прекрасное море, которое сейчас тихо совсем. Легкий бриз, и притом он такой какой-то возвратный. Он вроде бы от берега. И из-за этого создается, видите, вот такая вот полоса штильная, в которой медузы обосновались. А вот туда дальше он уже отходит от берега. Лучше бы он был в другом направлении. Я думаю, это бы тогда разогнало бы отсюда. Ну, не мы руководим природой, а кто-то другой. Или она сама. Я думаю, что она сама этим всем руководит. Все равно здесь очень прекрасный воздух. Очень прекрасно все. Поэтому пока остаемся с вами здесь. Рассвет не удалось показать вам. Он заснят сегодня, 3 сентября. Но будет выложен позже, потому что я же есть какие-то проблемы с интернетом. Хотя первые дни их не было. Было все хорошо выкладывалось. Поэтому до встречи на канале «Стих и я», который ведет Нина из Изюма, Харьковской области, которая находится сейчас на хозяйстве. А мы тут отдыхаем с дочерью и передаем ей большой привет через YouTube.